Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам рассказать о четырех книжках автора Клэр Шефер. Она занимается коллекционированием и изучением изделий от кутюр. И эти техники, которые она изучает, переносит в книги, в свои семинары. И, соответственно, вот она коллекция из четырех книг. Это прекрасный учебник для тех, кто шьет и хочет постигнуть новые тонкости именно в плане кутюрного шитья. Две книжки, посвященные, соответственно, одна жакетам, вторая юбкам. В основном это на основе дома Шанель. И две книжки по отделке. Одна просто как отделать материалы, вторая именно декоративная отделка изделий. Давайте я вам детально покажу каждую книжку. Начнем мы с вами с жакетов. Здесь первое, что вы видите, соответственно, это фотографии жакетов, как это делается, как это происходит. Вводное слово от автора. И, соответственно, материалы, которые вам понадобятся в работе для того, чтобы правильно оформить то или иное. Тот или иной узел в изделии. Здесь мы говорим с вами про, соответственно, buttonhole, это обработку петель. А здесь у нас уже как сделать по-другому обработку петель. А вторая глава у нас идет про карманы. И здесь очень детально рассказывается и показывается от кроя до шитья, включая ВТО, как это сделать. Далее мы с вами смотрим, как делается низ изделия, обработка выточек, как с ними работать, классический рукав. И все-все-все детально показано и рассказано в формате такого, я называю это комиксом, когда у нас есть картинка и к нему дано описание. Втачиваем молнию. При этом смотреть очень много и ручной одежды, брюки, как работать с длиной, как подворачивать, что делает изделие именно кутюрным. И здесь разобраны техники и приемы. Даны, смотрите, отдельные техники. И очень приятная часть в этой книжке – это DVD-диск, на котором вы найдете семинар-мастер-класс, в котором все техники, разобранные в книге, в видеоформате, также представлены. Вторая книжка из серии – это юбки. По юбочкам также все начинается с приветственного слова автора. Стартуем, разбираем ткани, какие бывают, какие чаще используются, какие есть подкладки, узоры, что будет идеальными лекалами, как это все сделать, как раскроить и собрать изделия. Все здесь показано, как придать форму юбке. И здесь уже разобрано пошив на швейной машинке, не только от руки. Квилтинг, соответственно, как ее простегать. Вот, ручная обработка, смотрите, очень аккуратная, тоже все показано, включая ВТО, в этих книжках все заложено. Как закончить подкладку, как это сделать аккуратным, как посадить пояс, как технологически его правильно обработать. Все в этой книжечке вы найдете, как заканчивать изделия. Вот. И тоже в конце, вот смотрите, о Коко Шанель здесь есть небольшой рассказ. Технологические схемы и узлы, которые вы сможете сделать, примеры юбок, как они выглядят и как они называются. И также представлен диск, на котором есть запись мастер-класса. Вот. Эта книжка посвящена отделке. В ней собрано, как завершать, и, как говорят, дьявол кроется в мелочах. Вот это про эту книгу как раз рассказано. Очень много интересных деталей, которые помогают ваше изделие довести именно
до высочайшего кутюрного уровня и сделать его просто неотразимым. Разобранные техники того, как это можно выполнить, включая раскрой ВТО, да, и особенности, как что делать. Очень много ручной работы, потому что это кутюр. Вот здесь это все показано и рассказано. Пайпинг. Такая тоненькая штучка. Вот как размахрить край правильно, как это все, как сделать правильные закрытые швы, чтобы было красивое изделие и внутри, и снаружи. Работа с подкладкой. Все здесь это заложено и показано. Вот, смотрите, кардиганы, как обрабатываются. Кстати, здесь она показывает очень интересный момент о том, что не обязательно шить новые изделия, а можно просто обновить декоративные элементы, и таким образом вы получите совершенно новое изделие по внешнему виду. Вот такая вот книжка. И тоже есть мастер-класс в видеоформате с объяснением самой Клэр. А еще одна книга. Четвертое. Здесь рассказывается про обработку тканей более технологичную. Здесь мы рассматриваем оверлоки, как правильно настраивать их, как делать, чтобы и петлитель все равномерно вам закрывал. Собственно, вот здесь все эти тайны раскрыты, показаны. Если что-то путается, если строчка неправильная, не закрывает, неправильно обрабатывает край, его подгибает, режет, мнет, затягивает. Все-все-все здесь разобрано, показано. Собственно, вот, пожалуйста, оверлочные строчки и отделки во всей своей красе, как можно присбаривать, как это можно все собирать на трикотажных материалах, на тонких материалах. Здесь все собрали в одну книжку и сделали. Вот, как это должна быть настройка. Смотрите, какие можно делать ролики, как можно это декоративно выстрачивать. Когда мы отключаем нож, все здесь показано. И разобраны типы строчек, как они бывают, как они выглядят. И, конечно же, не обошлось без традиционной видеоинструкции от автора. Вот такие четыре книжки для тех, кто шьет. Они станут верными помощниками и, конечно же, помогут вам вознести ваше творчество, ваши швейные подвиги на новый уровень. Все книжки есть у нас в наличии, вы можете их заказать. Мы отправляем как по России, так и по всему миру. Я вам показала, что внутри, теперь вы знаете, это не кот в мешке, а просто подарок для любого шьющего человека. Ссылочку на наш магазин я оставляю внизу. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментарии. Если вас интересуют еще какие-то книги, тоже напишите, мы обязательно их посмотрим, возможно, приведем себе в магазин, сделаем для вас обзоры. Ставьте лайк, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, тогда вы не пропустите еще новые видео-обзоры. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.